Всем привет, с вами сайт Рукотворная.ру, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube-канал, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам о вязании крючком и спицами. А в этом видео я хочу с вами поделиться необычным таким узором, который называется кукуруза, или второе его название — ежики. Он такой немного действительно похож на что-то в виде кукурузы или колючек ежиков. Хорошо смотрится, объемный. Мне он очень понравился, и я хочу поделиться им с вами. Итак, ну как всегда уже по традиции, подробное описание по петельной будет по ссылке на сайте. Все ссылки есть в описании к этому видео и еще есть в профиле YouTube канала. Ну, с чего начинается первый ряд? Первый ряд провязываем лицевой и изнаночной петлей. То есть этот узор выполняется на основе резинки. И что видно с изнаночной стороны, вот это и есть, в принципе, нечто похожее на резинку, одна лицевая и изнаночная. Итак, до окончания ряда одна лицевая, одна изнаночная, это первый ряд. Итак, второй ряд этим узором провязывается следующим образом. Про кромочную я, кстати, не сказала. Первую петлю кромочную справа снимаем, последнюю в ряду провязываем изнаночной. Ну и здесь в данном случае первая петля по рисунку лицевая. Лицевую мы провязываем, а изнаночную снимаем вместе с накидом. Получается вот так. И повторяем эту же манипуляцию. Снимаем с накидом. Лицевая. Изнаночную снимаем с накидом. Лицевая. Изнаночную с накидом. И так до окончания ряда. Разворачиваем вязание. И вяжем следующим образом. Вот здесь, где у нас уже есть петля с накидом, добавляем еще один накид и снимаем их вместе. И следующее будет у нас, сверюсь со шпаргалкой, лицевая. То есть, где была изнаночная, в этот раз провязываем лицевую. Снова петлю с накидом снимаем и делаем еще один накид. Лицевая, петлю с накидом снимаем с еще одним накидом, лицевая, петлю с накидом снова накидываем, лицевая, и так до окончания ряда. Это уже четвертый ряд. Первую петлю снимаем кромочную. Первая петля в узоре у нас выглядит как изнаночная, но мы ее провязываем лицевой. А все вот эти петли с накидом, то есть, вернее, накиды с петлей, провязываем изнаночной. Лицевая. Петлю с двумя накидами с двух сторон провязываем изнаночной. Снова лицевая. Изнаночная получается. Лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная, и так до окончания ряда. И вот в итоге получается вот такой замечательный узор. Он объемный, нечто действительно похоже на кукурузу или колючки ежика. Изнаночная сторона выглядит как резинка, одна лицевая, одна изнаночная, но она немного, конечно, плоская какая-то, потому что вся выпуклая часть с лицевой стороны. Очень красивый узор, я думаю, довольно-таки перспективный. Я уже хотела даже связать этим узором какой-нибудь кардиган себе или жилет, но подозреваю, что расход у него будет довольно-таки большой, а у меня столько пряжи пока нет. Поэтому даже не знаю, прям хочется что-то сделать таким узором. Как всегда, в инфобоксе будет вся подробная информация об этом узоре. Переходите по ссылке и смотрите.
Если вы вообще не любите смотреть видео, то оставайтесь на моем сайте, там больше текста. И если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Всем желаю удачи и побольше вдохновения. Пока!